Может, следует применить пытки? Мы не можем пытать иностранных граждан, тем более из страны-союзницы. Рано или поздно нам придется допустить к ним консула. Если обнаружатся следы пыток, поднимется скандал. Тогда Адзаки, он же японец. У Адзаки высокая должность, помощник премьер-министра. Нас могут обвинить в заговоре, но все же давай попробуем. Мы с вами встречаемся в 7-й раз. Хочу напомнить, что наше терпение не бесконечно. Я требую встречи с премьер-министром или начальником протокола. Рамзай уже дает показания. На пьющего человека всегда можно повлиять. Ваши действия направлены против премьер-министра, хотя я не знаю, на кого вы работаете. Вы выбрали самый сложный способ дискредитировать правительство. Обещаю, вам это с рук не сойдет. Мразь, я запрещаю тебе касаться имени премьер-министра моей страны. Предатель. Я буду говорить только с ними. Ты будешь говорить со мной. Я не стану миндальничать, как господин майор. Ты скажешь все здесь и сейчас. Иголки под ногти и бамбуковые тиски покажутся тебе нежным поцелуем гейши. Еще никто и никогда не молчал после сакуи. Довольно. С коммунистами нельзя быть чистоплюем. Советую вам не испытывать судьбу. После сакуи мало кто остается живым. Но как знаете. Ты все скажешь. Ты еще пожалеешь, что стал предателем. Я патриот Японии. Я просто не хотел, чтобы началась война между Японией и Советским Союзом. Прекратить! Что вы делали, чтобы не началась война? Вы будете говорить? Будете? Буду. Я все скажу. Банда столько лет водила всех нас за нос. Боюсь, они смогут повернуть дело так, что все ваши бумаги не будут стоить даже ломаного гроша. Обижаете, господин Шлезингер. Вы плохо думаете о профессионалах, работающих в тюрьме Сугамо. Уверяю вас, все уже начали давать признательные показания. И все говорит, что Зорге работал на русских. Давно работал. Господин Кавай, отдайте Зорге нам. В конце концов, он работал против Германии. Зорге враг Рейха. Но вам он друг. У меня нет друзей. Зорге был другом посла. Я рад, господин Кавай, что мы поняли друг друга.
Доктор Зорге, прошу вас понять. Это будет допрос, а не обычный разговор с подозреваемым. Я хочу вас еще раз спросить. Прибыл ли адвокат из моего посольства? Без него я отвечать не буду. Бросьте, адвокат вам не поможет. Доктор Зорге, вы можете и дальше отрицать очевидное, но теперь это чистый абсурд. После того, как Хацу Миядзаки дал показания. Вот, пожалуйста, его подпись. Вы его пытали? Ну что же, пытайте меня, что вы ждете? Я полагаю, вы знаете ответ на свой вопрос. Вы аккредитованный представитель союзнического государства. Вот здесь коды к вашим шифровкам, переданным в Москву. Я впервые вижу эти бумаги и не понимаю, что в них записано. Вы что, надеетесь, немецкий посол станет защищать вас? Вот это было у вас. Это было в вашем столе. Зачем это нужно журналисту? Ответите мне на один вопрос. Как можно быть нацистом и коммунистом одновременно? Можете не отвечать. Вам плохо? Да, мне плохо. Мне плохо от того, что я лишаю жизни от Зяки. Что ребенок Бранко вырастет без отца. Что сердце Макса может не выдержать этой тюрьмы. Весь мир воюет. Я проиграл. Я раздавлен. Скорее бы все это закончилось. Мне не нравится цвет этих обоев. Заменю. И стол я тоже заменю. Все остальное меня устраивает. Ты пьян? Немножко. Рановато. Примеряешь должность. По-моему, в самый раз. Твой дружок Зорге оказался коммунистом. Домыслы японцев еще ничего не значат. Не такие уж это и домыслы. Вот личное дело коммуниста Зорге. Вся его биография, начиная с 20-х годов. Лично собирал. Жаль, японцы меня опередили. На, полистай на досуге. А ты снабжал его секретной информацией. Ты. И твоя жена. При чем тут моя жена? Эйген, ты, наверное, единственный человек в Токио, кто не знал, что твоя жена спит в Зорге. Да как ты смеешь? Взгляни-ка. Пошел вон.
Гардины я тоже заменю. Они пошлые. Понятно, почему тебя не было на вокзале. А по какому поводу праздник? Что-то случилось, Эгин? Ничего. Ну, тогда прекращай здесь курить. Ты спала с Зорги. Почему? Ты для меня все, ты и дети. Почему? Ну, скажи мне, почему? Что я сделал? Плохой муж, плохой отец. Нет, нет. Значит, ты шлюх. Как это было? Как он тебя соблазнил? Я уезжал. Я уезжал. Меня не было. Если б я был здесь, ничего бы не произошло. Он тебя напоил. Да? Говори. Ну, говори. Он тебя взял силой. Нет, я сама. Шлюха. Ненавижу тебя. Ты разбила мне сердце. Ну да ладно, его все равно расстреляют. Что? Японцы арестовали Зорги. Это неправда. Правда. Почитай. Саори! Дай водки! Саори! Дай водки! Эгин! Эгин! Эгин, ты должен его спасти. Пусть он сдохнет. Эгин! Эгин, пожалуйста, ты не можешь оставить его там. Почему? Я забуду его. Я всегда буду с тобой. Только, пожалуйста, спаси его. За что ты его так любишь? Это нарушение всех международных правовых норм. Является оскорблением в адрес нашего рейхсканцлера. Мы требуем, чтобы надо отпустить нашего пресс-атташе и извиниться перед ним. В противном случае мы вынуждены будем направить в ваш адрес официальную ноту протеста, текст которой уже согласован с рейхсминистром Риббентропом. У нас есть все основания, чтобы задержать его. Насколько мне известно, у вас нет ни прямых доказательств, ни даже косвенных улик в том, что Зорги вел разведывательную деятельность. Однако, есть его признание. Вот оно.
Получив его, мы сочли возможным удовлетворить просьбу Зорги и разрешить ему встретиться с вашими представителями. Как посол, вы вправе навестить его в Сугамо в любое время. Конечно. Но позже я вынужден на время уехать по важным и неотложным делам. Спасибо, господин премьер-министр. Прошу вас, если будут какие-нибудь известия о Рихарде, хорошие или плохие, сообщите мне по этому адресу до востребования. Я уезжаю. Наверное, больше не вернусь. Я просто хочу знать. Это я. Это я его предала. Простите. Это я его предала, но я не хотела этого. Все его предали. Я тоже. Я обыкновенный немец, поколение которого повзрослело от первой до второй войны. Мне интересно узнать, как вы получили ранение? Знаете, господин майор, в 14 году Германия сошла с ума. Все стали вдруг патриотами. Газеты вдалбливали, что Германия должна подняться с колен. Ну, я мальчишка, и наслушавшись всех этих бредней, записался добровольцем на фронт. Полгода грязи, полгода крови, осколку надел в ногу. Ну, в общем, я бы умер, если бы не объявили перемирие, чтобы вытащить раненых и убитых. И потом госпиталь. Моя нога стала на 3 сантиметра короче, меня освободили от воинской службы. Но как вы получили ранение? Как у вас это было? Да так же примерно. Воинами правят деньги, господин майор. Большие деньги. Когда я это понял, я стал социалистом, а потом коммунистом. Вот я вам все рассказал, господин майор. И снова своих обратно брать не собираюсь. А вот остальных, я думаю, вам надо отпустить. Большинство из них ни при чем. Ну, а тех, кто давал мне информацию, я использовал вслепую. А вам не страшно? Я не знаю. И я не знаю. Что у вас такого, что эта женщина вас любит? Почему за вами идут люди?
Я хотела с вами поговорить. Я вас слушаю. Пожалуйста, простите меня. Я была не права. Мое поведение просто недостойно. Теперь, когда я узнала, что из себя представляет Зорги, я поняла вас. Я знал, что вы поймете. Я был уверен. Вначале всегда тяжело признавать ошибку. Да. Это точно. Я всегда ошибаюсь в людях. Это моя главная проблема. Я ошиблась, когда подумала, что ты человек. Но я исправила эту ошибку. Господин посол. Господин посол. Что-то случилось? Господин Отто, вы были так добры ко мне. Только что из Берлина получен приказ о вашем аресте. Господина Шлезингера пока нет, но я отнесла и положила радиограмму ему на стол. Спасибо, Патрис.
Шелленберг мальчишка. Он по возрасту и по званию младше меня. Я был оберштурмфюрер еще в Первую мировую. Чего? Мы свою нагоним. Эх, будете работать на меня. Я вас не забуду. Давай. За Германию! Я хочу сказать тост. За нашего лидера. Салют! Гитлер! Сигар! Молодцы. О, босс. Нормально. За мной не ходи. Я в туалет. Майор, стучаться надо, когда заходишь. Что случилось? Вы ранены? На вас напали? Ерунда, просто царапина. Кто это был? Якудза? Это не твое дело. Так точно. Что там, привезли заключенного? Да, он ждет. Понял. Я сейчас приду. Хорошо. Как ты думаешь, он правда найдет нам работу? Нет, пьяный треп. Хорошо, если сейчас заплатит. Но мне всегда нужны деньги. Ну-ка, постой. А где босс? Недолго он там, в туалете. Так, пойди проверь. Уничтожь все личные документы. Слушаюсь, господин посол. Здравствуйте, Гюнтер. Здравствуйте, фрау Отт. Пегин. Что он здесь делает? В посольстве прощальный ужин. Нам с тобой там нужно быть. Поблагодарить людей, попрощаться. Пойду переоденусь. Ты любовь всей моей жизни. Надень свое лучшее платье. Что-то случилось? Ничего. Иди. Скажу вам, что Красная Армия перешла в контрнаступление под Москвой. Гитлеровские войска отступают. Москва спасена. Может статься, что ваш выбор был не таким уж и неверным.
А я знаю, что такое Восточный фронт. Если они не успели выполнить свою задачу до зимы, надо уходить на глубокую оборону. А это конец нацизма. Ты набросилась на него с ножом? И тебя не арестовали? Как видишь. Значит, он точно тебя любит. Слушай, ко мне приходила полиция. Спрашивали о ваших отношениях с немцем. Я ничего не сказала, но зато намекнула, что у тебя есть связь с Асаки. Зачем? А пусть знают. И вообще, тебе сейчас нужно действовать. Забудь ты этого Зорги. Живи с майором. До свидания. До свидания, Тоша. Как ты не понимаешь? Сейчас не стоит вопрос, любишь, не любишь. Кругом шпионы, война. Теперь вопрос, выживешь ты или нет. И вообще, зря ты так. Полицейский даже лучше, чем военный. Военного могут убить, а полицейский ничем не рискует. Уходите, не ждите неприятностей. Я просто хочу передать посылку для заключенного по фамилии Зорги. А кто вы ему? Жена? Вообще-то я. Мы с ним. Мы не были женаты официально. Я не принял бы у вас передачу, даже если бы вы были трижды женаты. Но у вас есть заключенный по фамилии Зорги. Это вас не касается. Пропусти. Почему вы не стреляли? Я бы не стала сопротивляться, если бы вы арестовали меня. Потому что я люблю вас. Я передам. Колбаски.
Она знает, что мне нужно. А мне можно писать? Можно. Он передал что-нибудь? Прошло 3 года. Отгремели кровопролитные бои под Ржевом, остались в прошлом и Сталинград, и битва на Курской дуге, и героическое форсирование Днепра. В борьбе с нацизмом Советскому Союзу пришлось взять на себя самое тяжелое бремя. Лишь в июне 44-го, когда Красная Армия завершала освобождение Белоруссии, Украины и Прибалтики, союзники открыли в Европе второй фронт. Все эти годы Рихард Зорге провел в тюрьме Сугама. Во время допросов он рассказывал лишь то, что посчитал возможным, многое оставив тайной. И теперь ждал исполнения приговора. Господин полковник, группа Зорге обезврежена. Она не представляет для Японии никакой угрозы. Кто так решил? Расшифровки радиограмм показывают, что деятельность Рамзая была направлена только против Германии. Германия – наш союзник. Да. Но против нашей страны они никаких преступлений не совершали и ущерба не нанесли. Мало того, все данные, которые Зорге собрал о направлении ударов нашей армии по американским базам, Москва до союзников не довела, хотя могла бы. И тогда исход операции при Перл-Харбор был бы иной. Не понимаю, к чему ты клонишь. Нам незачем доводить дело Зорге до суда, и тем более передавать его Берлину. Мы могли бы обменять его на тех, кто находится в плену у китайцев или у русских. Мы по своим каналам уже предлагали произвести обмен. Москва отказала. А что, если от имени правительства Японии обратиться лично к Сталину? Я предложу это. Прошу ваш заказ. Ади, что ты, что вы ему принесли? Это жареная свинина. Но мы же заказывали совсем другое. Принесите нам говяжьи колбаски. Извините, я, наверное, неправильно вас поняла. Что ты заказал? Ханако, можно уберите тебя? Это все. Девушка, я еще не закончила. Есть новости. Министр согласился на обмен Зорге.
Попробуем обратиться к Сталину на официальном уровне от имени правительства Японии. Спасибо. Не смотрите на меня так. Когда я понял, что вы его любите, мне было больно, обидно. Но когда я узнал Зорги, то понял, что только такой человек достоин любви женщины, подобной вам. На самом деле, я обычная женщина. Просто я... Обычные женщины не бывают такими преданными. Я купил эту книгу для вас. Уже давно пришло время отдать. Нагито. Я хотела вам сказать, сила настоящего мужчины не только в том, чтобы слепо во что-то верить, но в том, чтобы уметь отличать добро от зла. Справедливость от несправедливости. Как вы это умеете? Плохо выглядишь, Квин. Надо немного поспать. Ну, война закончится, выспимся. Тут по разным каналам к нам приходит информация, что японцы готовы обменять нашего советского разведчика Зорги на японцев, которых мы арестовали. Я знаю. Мне и вот новый премьер-министр Японии ко мне обращался. Как его? Хидэки. Да. Обращается ко мне по поводу Зорги. Коба, благодаря информации Зорги мы перебросили сибирские дивизии и тем самым остановили немцев под Москвой. Он один из лучших наших разведчиков. Да я знаю, Клим, что он за разведчик, но ты твердо уверен, что это именно наш разведчик? А у нас есть другие данные, что он работал на немецкую и даже на английскую разведку. Коммунисты своих товарищей даже под пытками не предают. А он дал показания. Ну, послушайте, он же всеми силами пытается взять вину на себя. Спасти членов группы. Но мы не можем его оставить в беде. Что о нас подумают коммунисты, а? А что о нас подумают наши союзники? Ты подумал об этом? Ты знаешь, что любые переговоры с японцами расцениваются как сепаратные? Ты понимаешь, что это означает, Клим? Ну и что мне ответить японцам? Я не знаю такого человека. Зорги. Сталин перекинул под Москву свежие силы с Востока. Он воспользовался вашей информацией. Вы оказали ему услугу, а он вас предал. Он отказался обменять вас. А я служил не Сталину. Я служил тому, чему я верю. Ради чего я жил. Вас повесят. А вы знаете, господин майор, я уже умирал пару раз. Поверьте, умирать не страшно. Если жизнь прожита не зря.
согласно приказу Министерства юстиции, приговор будет переведен в исполнение немедленно. Надеюсь, вы умрете спокойно. Скажите, вы будете писать отчет о казни? Напишите, что Зорги умер со словами «Красная армия», «Коминтерн», «Коммунистическая партия Советского Союза». Я готов. Рихард Зорге казнен в Токио в тюрьме Сугама 7 ноября 1944 года в 10 часов 20 минут утра. За час до этого был повешен его друг и соратник Хадзуми Адзаки. Немного позже умрет в концлагере Бранко Вукелич, приговоренный к пожизненному заключению. Супругам Клаузен повезло, они отделались меньшими сроками тюрьмы и после победы союзников над Японией были освобождены. День казни Рихарда Зорге 7 ноября 1944 года в Москве, Ленинграде, Киеве и других советских городах прогремел салют из 24 артиллерийских залпов. В стране отмечали годовщину Октябрьской революции. К тому времени Красная армия полностью очистила СССР от захватчиков и уже вела бои в Польше и Венгрии. После казни тело Рихарда Зорге было захоронено в общей тюремной могиле. У советского разведчика не осталось ни родных, ни родины, никого, кроме Ханака. Спустя 5 лет она разыскала останки любимого мужчины, на последние деньги выкупила участок на кладбище рядом с Токио и установила на нем могильную плиту. Пройдет 15 лет, прежде чем о Зорге вспомнят, назовут его величайшим шпионом столетия и отдадут ему полагающиеся почести. Вещи Рихарда Зорге. Ханака Исии доживет до 89 лет и напишет о Зорге 3 книги. Последняя выйдет в свет в 2000 году, незадолго до ее смерти. Ханака будет похоронена рядом с человеком, верность которому она хранила всю свою жизнь.